Самая большая опасность мая – это, конечно, пожары. А виной тому в большинстве случаев становится сам человек. Сжигая сухую траву на своих садовых участках или жаря шашлыки на природе, люди не задумываются о последствиях своих действий. Ведь малейшая оплошность может вызвать большой пожар. Так, за этот год спасатели более 200 раз выезжали на тушение сухой травы. Пик пожаров пришелся на самые теплые выходные этой весны – 29, 30 апреля и 1 мая. Один из очагов возгораний недалеко от села Архангельское Чердакринского района посетил глава региона Сергей Морозов. Небольшой участок земли недалеко от проезжей части был охвачен огнем в считанные секунды. Пламя быстро пересекло открытый участок и перекинулся в лес. К счастью, сотрудниками МЧС удалось быстро локализовать очаг. Причиной пожара стал поджог. В связи с введением особо противопожарного режима вступает ограничение для населения и предприятий по ведению, значит, огневых работ, разжиганию костров, уходу территории и так далее. То есть возлагаются особые обязанности и повышаются штрафы, наказания за пренебрежение мер пожарной безопасности. Помимо штрафов, Сергей Морозов предложил Минсельхозу взыскать с ответственных за возгорание лиц все расходы, которые несут район и область, устраняя последствия человеческой халатности. 11 граждан уже привлечены к административной ответственности за поджигание сухой травы. Тем временем, помимо тушения пожаров, сотрудники МЧС проводят и профилактическую работу с населением. Инспекторы надзорной деятельности проверяют садовые участки, разъясняют ульяновцам правила пожарной безопасности и напоминают о противопожарном режиме. А выявить нарушителей им помогают специальные дроны, в народе получившие название «беспилотник». С высоты птичьего полета машины могут легко выследить нарушителей. С участием беспилотников отследуется территория, подверженная риску возникновения пожара, что позволяет выявлять возгорание на ранней стадии и немедленно принимать меры по их ликвидации. К тому же с высоты птичьего полета аппарат может легко выследить нарушителей, а с учетом сделанных беспилотным аппаратом видеодоказательств привлечь виновников к ответственности. Напомним, что с 29 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Продлится он до конца мая. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.